Сайт Министерства иностранных дел России разместил информацию о вызове посла Испании в Москве Вальдерама Пареха. Вызов связан с недавними высказываниями исполняющего обязанности министра иностранных дел по делам Евросоюза и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в адрес российских властей и самой страны. 23 мая министр дал интервью изданию «El Periódico», в котором заявил, что Россия представляет угрозу для всего мира, и призвал страны Евросоюза объединяться против властей нашей страны. В МИД заявили, что подобные действия наносят непоправимый ущерб взаимоотношениям между странами и никоим образом не характеризуют их как дружественные, партнерские или взаимовыгодные. Напомним, в марте суд Испании наложил арест на сухогруз «Заполярье», который принадлежит Мурманскому морскому пароходству. Как стало известно, такое решение было вызвано тем, что владелец судна имеет долги за стоянку. С сентября 2018 года корабль стоит у причала, его нахождение там стоит 3000 евро в день. Согласно законодательству, арест 180-метрового сухогруза мог произойти после 3 месяцев неуплаты, но начальство порта подало иск после того, как стало известно, что владелец не намерен платить.